Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Ну что, поздравьте меня. Я купила себе деревенский дом. Посмотрите, какой. Конечно, тут очень много дел еще. Вот. Но купила вот такой дом. И теперь мне есть чем заниматься в выходные дни. Посмотрите. В общем-то, неплохой дом. Как всегда, ковры. Такие окна. Посмотрите, какой классный. Как он не шкаф. Забыл, как он называется. А самое главное, посмотрите, печка. Русская печка с лежанкой. Вот у меня там такая лежанка. Но это все будет реставрироваться, все будет делаться. Замазываться, обмазываться. Печка вообще классная. Уже пробовала, топила ее зимой. Нужно ее просто поделать, сделать. Вот уже начали пол снимать. И здесь вот такая вот комната. Вот такая комната. Тоже здесь много, конечно, всего нужно делать. Смотрите, какой шкаф старинный. И вы знаете, столько времени уже, я не знаю, какого года этот шкаф. Но он в хорошем состоянии. Я его тоже отреставрирую, сделаю, покрашу. И будет очень красивый такой в тему деревенского стиля шкаф. Смотрите, какие ручки, ракушки. Вот. А еще, ой, я тут в таком не очень хорошем виде. Вот так буду снимать. Посмотрите, какое красивое зеркало. Такая вот резьба красивая. Ну, зеркало это заберут, оно не мое, но посмотрите. Очень красиво. Как делали раньше, да? И здесь еще тоже такие вот ручки. И там открывается шкафчик. Не могу я его открыть. О, блин. Нету шкафчика. Ну, в общем, вот такое вот зеркало. Суперское зеркало. Я давно, кстати, не видела такие зеркала. Вот у меня, кстати, здесь пластиковые окна. Очень здорово. Нужно будет поменять проводку. Крыша вроде бы нормальная. Вот нужно печку обмазать все. И потихоньку надо двигаться, все делать. Так, что у нас тут стена? Да не, нормальная. Ну, как всегда, мазанка, наверное, дом мазанка. Вот. В общем, буду держать вас в курсе, что я здесь делала в этом доме. Все. Теперь точно я остаюсь в деревне жить. Ой, вы знаете, вообще я заболела всяким интерьером. Интерьером домов. Особенно вот эти мне нравятся. Старые дома переделать. Это уже мой не первый проект. Вот, вот такая вот печка классная. Тоже здесь все зачистится, все покрасится. Но потом вам покажу, что у меня получилось. Больше всего меня радует, что печка там лежанка. А здесь можно пироги делать. Ну, конечно, все это делается, чистится. Просто давно не занимались этим домом. Вот, весь пол уже собрали. Вот у нас уже тут солнышко, весна пришла. Вот ковер. В общем... Вот такой у меня появился дом. Ну, печка вообще шикарная, просто шикарная. Видите, даже можно залазить и лежать. В общем, а пока идут уборочные работы, подготовительные работы ко всему. Ну, так тоже, когда есть время, тогда и делаем. Сейчас я вам покажу немножко на улице, сколько мы дров уже, деревьев порубили. И ждем сейчас. Вот. Я очень рада, что у меня есть такой дом. Дом в деревне. Я давно хотела, мечтала о нем. Вот мечты сбываются. В последнее время вообще боюсь о чем-то мечтать. Вот. Убрали деревья. Столько у нас деревьев.
образовалось, вот смотрите. Ху-ху. Вот. Сейчас попробуем пожечь все это. Вообще-то классно, уже птички поют. Весна в самом разгаре.